Привет, народ Ютуба. Здесь у нас походу как зарядка, да, 10 долларов заценили. Давайте посмотрим на это чудо. Еще дес. Что-то я там за заряжающее такое заказал. Так. Ага, зарядка, точно. Вот он заряжает. Литионные. Короче, всякие разные. Что угодно может заряжать. Вообще супер мульти. Супер-пупер. Даже батареи может заряжать. Вот так. Ну и опасность поражения электрическим током есть, так как там присутствует 220 вольт. Тут сугубо на китайском, тут тоже их. И тут тоже их. Тут чуть-чуть на английском и все. Ладно, хватит коробку разглядывать. Ну, хотел информацию просто хоть какую-то увидеть. Походу никакой. Ого, здоровая. Ну хорошо, что наша прислали. Сейчас будем пробовать заряжать что-то. Просто интересно, что оно тут будет нам показывать. Это тут форсы полно. Так, вот он, переключатель есть, видите. А надписи, наверное, не видно. В самом левом у нас 4,2, потом 3,6, потом 1,5, 1,2. Все. Сейчас он на 1,2 стоит. А в самом верху 4,2. То есть может заряжать что угодно. И там китайские надписи, иероглифы какие-то. Ну, хорошо тянет. О, тут хоть какая-то информация имеется. Модель. Смотрим, 240 вольт. 1,2 вольта, это у нас 1200 миллиампер. 1,5 вольта, 1200. 3,6 вольта. 1200 и 4,2 вольта, тоже 1200. Глубоко сомневаюсь, так как буквально сегодня меня попросили подобрать зарядку для, ну, автомобильную дырка, что? Наверное, тут выключатель был, включить-выключить. Заклеили выключатель. Должен был быть, заклеили. Сейчас мы посмотрим. Короче, зарядку. Походу на такой же. Ладно. Зарядку выбрать для автомобильную. Для планшета. Так как человек таксует, у него планшет часа за 4 гасит полностью. Те зарядки, которые существуют, они не дают нужный ток. Поэтому ходили, выбирали. Где-то оно у меня валяется. Тут ваттметр использовал. Сейчас покажу, может кому-то интересно. Кто не в курсе, вот такой ваттметр и этот на 1 ватт и на 2 ватта шунты, так сказать, нагрузочное сопротивление. Вот как-то так. Ну ладно, не об этом. Сейчас, секунду. Так, первое включение, не отходя от кассы. Что-то кабелек какой-то не внушает доверия на ощупь. Кема Кеор. Так, индикация показывает, зеленый горит. А ну-ка мы сейчас эту... Это дохлые аккумуляторы, он уже давно дохлый, блин. Руки не доходит выкинуть. А он все равно заряжается, ха-ха. Ладно, есть ультрафайер. Не супер-пупер, но... Бах. Во, сразу все стали заряжать, видите? Все сразу вместе. Не знаю, как это так. Что у нее за принцип, что он все сразу включил. Все, выключил. Сразу все включает. Наверное, это по причине напряжения. Ага, 4,2 вольта. Надо включать, все-таки регулировать. 1,5.
1 и 2. Ну, понятно. Режим просто не выставил, и все. Так, тут больше ничего нету. В следующий раз разберем, заглянем туда. Что там стоит интересного. Теперь эти загорелись. Я вообще не знаю, как она работает. Пипец. То же самое тут. Перехватывает. Ну, я... Мне кажется, что ему хана, он, блин, коротит просто-напросто. Сейчас я... Давайте попробуем еще один такой же. Ну, так, по-честному, все начинает работать. Ну, понятно. Пускай заряжает. Хотя они заряжены, в принципе. Ну, пускай заряжает. На этом я, наверное, буду прощаться. Какая-то будет дополнительная информация, скажу. Нету. Все. Всем спасибо за просмотр. Пишем комментарии, ставим лайки и подписываемся на канал. Делимся в соцсетях. Всем пока!